Друзья, всех приветствую! В прошлом видео мы произвели облицовку санузла керамогранитом. В этом же видео будем пилить заготовки под оконный проем и затирать эпоксидной затиркой. Плитка та же, 750 на 1500 мм. Сейчас мы устанавливаем рейку для заусовки. Далее настраиваем аппарат под запил 45 градусов. Вот так это все выглядит со стороны. Теперь можно приступить к заусовке плит для оконного проема. Посмотрим, насколько мы его настроили. Вроде все хорошо. Поехали дальше. Станок оснащен системой подачи воды. Так как у нас установлен пылеотвод, для более деликатного распила мы применяем мокрую губку. Вроде получилось неплохо. Подработаем черепашкой. И произведем монтаж оконного проема. После того, как все высохнет, приступаем к затирке. Затирка у нас эпоксидная. Тщательно наносим. После чего с помощью двух лезвий формируем наружный шов. Через минут 40-50 начинаем замывать и формировать швы. В принципе, все как обычно. Без пальца и мыльной воды не обойтись. Лишнее снимаем лезвием. Вот такой вот у нас получился оконный проем. Далее мы просверлим отверстие для установки столешницы.
теперь засверлим под анкера. Устанавливаем раму для будущей столешницы и затягиваем анкерами. Получилась довольно-таки крепкая основа. Далее зашьем гипсокартоном, а в последующем произведем облицовку керамогранитом. Но это вы увидите в третьей заключительной части. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.